Смотри, как красавчик. Сейчас красиво будет. Смотри, 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 смотри. Давай, давай, давай. Красиво, давай, взрывайся. Ну. Притом прикольно, что дым у нас, короче, смотри. Прям, то есть новая анимация дыма, и дым еще с задними стопорями подсвечивается. Видите, как красным прям вообще. Значит, посмотрите, пожалуйста, на просто картиночку. Опс. Пальма виднеется, да? Заходим в настройки. Вот, это истинные 60 кадров в секунду в GTA 5. Смотрите, прям вообще. Вот, посмотрите, какой дым у нас. Сейчас в грузовичок сядем, нет? О, Тревор вообще пьянец моя. Освещение в игре, давай сделаем. У нас есть, ну как бы, ближний свет и дальний свет. Посмотрите, пожалуйста, вперед. Ну я, по крайней мере, вижу, уже мыло вот ушло. Так, полицейский вертолет, смотри, кинопогоня. Всем привет, это GTA 5 на PlayStation 5. Ту игрушку, которую я ждал. Я в GTA-шку пятерку начал играть на PlayStation 3. Это было круто. Четвертая плойка показала игрушку в новом свете для меня. Я ее также прошел, долго в нее играл. И теперь, после всяких модов для ПК и так далее, у нас PlayStation 5 поддерживает именно версию GTA 5 под нее. Здесь у нас отличие чисто визуальное. GTA-шка расцвела заново. То есть у нас, короче, новая анимация, к примеру, дыма из-под колес. Раньше это было не так красиво. У нас новая детализация вообще всего вокруг. То есть если мы будем смотреть, к примеру, на что-то, здесь у нас будет намного круче. У нас здесь новое освещение. Сейчас мы на это все посмотрим, вам покажу. В будущих выпусках, как всегда, я планирую немножко подурачиться в городе. И здесь чисто GTA-шка отличается по визуалу. Скажу так, что прям для меня игра заиграла новыми красками, и это прям вообще бесподобно. Я играю теперь в наушниках, мне это больше нравится, потому что я, знаешь, прям полностью погружаюсь, можно сказать, в этот город. Вот мой универсал, Kia Ceed Sports Wagon, который я нашел. Машина охренеть какая шустрая, на ней можно много чего перевести. Сейчас мы только музончик, наверное, выключим, потому что YouTube нам не нужен. И визуально игрушка реально стала крута. Потому что у нас, кстати, новая еще анимация, к примеру, выстрелов, взрывов и так далее. Давайте я вам покажу на примере, ну, выстрела, к примеру, по стеклу. Такого не было на PlayStation 4. То есть у нас совершенно было все по-другому. Здесь прям все по-новому. Ну, если по отдельности мы будем сравнивать, вы скажете, ну и чего, и прикольно. Но если сравнивать четверку и пятерку, вообще разница будет просто громаднейшая. Давайте попробуем сейчас машину взорвать. Покажу, какие сейчас у нас тут анимации будут. Давай, кидаем греночку. А ну-ка, давай, взрыв. Вот этот вот серый дым, такого раньше не было. Анимация горения машины, анимация дыма, все по-новому. Немножко по-другому выглядит у нас огонь. Вот, и с другой стороны, я только счастлив, что так произошло. Теперь, ну, знаешь, игрушка, как можно сказать, дополнилась. Давайте сейчас найдем какую-нибудь нормальную машинку, куда-нибудь съездим, еще посмотрим. Так, интересно, дядя достает. А, нет, не достает. Мне бы какую-нибудь нормальную машину бы. О, подожди, друг мой. А, не совсем, блин. Не совсем в них прицелился, ну ладно. Это мы сейчас все решим. Вот, за мной уже копы приехали. Ну, ничего, это мы сейчас быстренько все решим. Где наши не пропадали. А, опять они приехали. Ну, что вы делаете? Дайте мне, пожалуйста, прокатиться. Я тут вообще ребятам показываю все, можно сказать, возможности GTA-шечки пятой. Не совсем хорошая машинка, конечно, для поездок. Ну, ладно. По машинам что изменилось? Отражения изменились. Теперь у нас в ночное время, в дождь и так далее, у нас отражение намного лучше. Так, мне прохудили колеса, ну ничего, ладно. Так, сейчас мы немножко машинку поменяем. Так. Прям совсем на меня насели. Вам приходится показывать какой-то... О, на этом мы точно не уедем. Ладно. Надо будет... Ба-бам! Наполненность мира
стало намного привлекательнее. Сейчас вам покажу еще, какие настройки графики у нас тут поддерживают. Смотрите, вы видите. Фа! Почти. Илья, что ты делаешь, боже мой? Водителя автобуса убил. Они же сейчас врежутся. Блин, ни одной спортивной машины нету вообще, просто. Что вообще происходит? Сверху палят по мне, сбоку палят по мне. Пожалуйста, дайте мне машину. Не хотел я сразу начинать с 5 звезд. Блин, да сбейте меня уже. Ох ты. О, смотри, как Мерседес прям все, давай, берем. Давай, быстрее, Майкл. Вот чисто потому, что я вижу, когда ты играешь сейчас в GTA-шку, слушай, он хочет побороться, смотри, сейчас мы ему полицейский разворот сделаем. Клопс. Прям игрушка закончена. Вот именно самый ее максимум, мне кажется, точно выдали. То, что если игру сравнить, прорисовочку, ту, которая у нас была, к примеру, до этого в PlayStation 3, ну там вообще просто, я не знаю, это вообще не то. То сейчас, если будешь играть в ту самую GTA-шку, вообще удовольствие не получишь. Блин, ну сейчас просто визуалово просто огонь. Как вы думаете, мне сейчас получится оторваться от 4 звезд или нет? Что-то мне кажется не очень, надо куда-то... Сейчас, блин, колеса опять мне проходят. Посмотрите, пожалуйста, на просто картиночку. На картинку смотришь, прям глаз радуется всего, что ты видишь. Особенно, когда играешь в наушниках, у тебя прям полностью, знаешь, ощущение прям такого кайфа. Не знаю, насколько изменились именно тени, вот. Но все, что касается, к примеру, ночных поездок, это прям вообще небо и земля. То, что было и то, что стало. Теперь у нас все предметы умеют отбрасывать тень. По крайней мере, в фарах. Не могу сказать про вот так вот глобальное освещение. Скорее всего, тени-то были, возможно, они стали получше. Давайте я вам лучше покажу вот чего. Есть настройки графики, которые мы можем поменять. Давайте вот подойдем сюда, к примеру. Вот, посмотрим, насколько четко у нас, к примеру, пальма виднеется, да? Заходим в настройки. Здесь мы идем в настройки, и у нас есть теперь настройки видео. Смотрите, графический режим. Сейчас стоит четкость изображения. Я люблю играть на этом режиме. Есть скорость плюс RT. Давай поставим. Ой. Скорость плюс RT. Пожалуйста. Немножко все, знаешь, такой смузи стало. То есть, немножко все... гладкая, наверное. Но у нас истинные 60 кадров. Теперь вот в игрушке, видите, как теперь у нас Майкл двигается. Все совершенно по-другому. То есть прям как будто мы добавили, знаешь, ну реально кадров в секунду. Да, сейчас вообще Full HD 60 записывает. Так и должно быть. Немножко стало мыло по графике, но у нас появилось настоящее 60 кадров в секунду. Давайте просто попробуем сейчас проехаться. Можно включить просто скорость. У нас будет еще прям запредельное количество кадров в секунду. Но мы получаем реально вот кайф от того, что у нас 60 кадров в секунду. Сейчас есть, вот я еду. Давай сейчас кого-нибудь устроим ДТП. Посмотрим, как у нас. Да, все, конечно, мега супер плавно. Даже о, вот так вот. Вот так мы на дядю наедем. Все, Майкл, вылезай. Ай, меня забило. Вот, это... истинные 60 кадров в секунду в GTA 5. Смотрите, прям вообще по кайфу. Грязная машинка, все дела. Так, сейчас мы... Что такое? Это моя машина, что-то. Но мы можем сделать настройки, к примеру, только на скорость. У нас еще больше мыльца стало. Ну, тут у нас прям вообще...
Это точно piece of shit. Представляешь? Сейчас мой дядя бежит, смотри. Давай, давай, спортом занимайся, давай, что ты? Смотри, не про... дядю не пропускай, давай. Ну, смотри, дядькисон у нас. Давай, 60 кадров, беги, ё-моё. Сейчас, ладно, давай мы ему подваляем, малец. Эх, что-то я не ждал, что он так быстро свалится. Ладно, дядька, слабачок. А чё у меня сразу две звезды? За пощёчину? Серьезно, что ли? Вы только ощутите вот эти плавность движения. Вау, круто. Но здесь, конечно, не такая прорисовка у нас. Сейчас у нас ночь наступит. Прям вообще ночью одно заглядение. Я вот даже не знаю, как лучше вам будет. Вот вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как лучше. Скорость либо четкость, а? Что лучше? Вот для меня, когда я играю, для меня лучше реально прям четкость изображения. Она прям такая, знаешь, вот зернистая, прям я вижу всю пальму. И это прям очень красиво. Но здесь у нас, да, плавность движения, конечно, страдает. Чего бы кто ни говорил. По поводу освещения, давай, я не знаю, сейчас получится вот здесь вот. Ладно, давай сейчас дадимся, короче, копам. Дайте, мне нужно умереть. Отлично. Ой, Майкл, по тебе автобус проехал. Боже мой, это самая глупая смерть. Значит, у нас опять же, пока еще ночь не настает, давай покажу по поводу взрывов. То есть, насколько сейчас это красиво все выглядит. Смотри, сейчас мы пробку закидаем. Ну, просто то, что было, конечно, раньше, то, что сейчас, вот именно анимация взрывов, она бесподобна. Да. То есть, все вот эти горящие машины... Давайте их попробуем сделать сейчас не четкость изображения, а сделаем, к примеру, в как раз скорость плюс RT. Вот, посмотрите, какой дым у нас. Но выглядит неплохо, прям реально неплохо. С учетом того, что ты в игрушке 2013 года, то есть насколько все это дело изменилось, меня это очень радует. Давай вот так еще подкинем, чтобы посмотреть анимацию взрыва. Горящий человек даже. Так, копам тоже греночку давай. Сейчас посмотрим, как копа взрывается в 60 кадров в секунду. Бабах, смотри, колесо. Так, копы сейчас. Все, копы забили, смотри, колесо, колесо, колесо. Играем в футбол колесом копов. Так, еще раз давай. Сейчас копы в 60 кадров взрываются, давай. Бабах, смотри, коп отлетел. Сейчас мы этого... Майкл не добежал, боже мой. Хреново. Так, сейчас точно наступит ночь, покажу, что будет ночью. Так, ладно, ночь пока не стоит, сейчас, короче, читаем, будем спасаться, чтобы все показать. Значит, давай на вертолет сейчас беремся. Сейчас у нас также 60 кадров в секунду. И, да, короче, вот так вот пролетим. Сейчас у нас небольшой смог, но ничего, я думаю, что мы сможем. Сберемся повыше, чтобы дальность прорисовки посмотреть. Так, приземлились на довольно-таки высокий небоскреб. Сейчас у нас небольшая дымка в городе. То есть Лос-Сантос просто заиграл новыми красками, по крайней мере для меня, то, что есть. Конечно, в отличие от PlayStation 4, здесь будет прям немножко получше прорисовка деревьев. К сожалению, лопнул как шарик. Ребятки, тестируем, тестируем. GTA 5 на PlayStation 5. Так, так, так. Аккуратное вождение. Е-е-е. Так, у нас пробки на МКАДе. Сейчас вертолет отправляется на съемку. Ой, простите, пожалуйста. Ой, извините. Что-то меня заглючило. Так, 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 сейчас. Подождите, мне нужно довольно-таки ровно пролететь. Мне нужно 60 кадров. Давай, давай. Вот, смотри. Сейчас в грузовичок сядем, нет? Ну-ка. Сейчас попробуем в грузовичок попасть. Так, мне нужно приземлиться в грузовик. Нужно приземлиться в грузовик. Грузовик, 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 грузовик. Так, а ну-ка.
Вообще попал. Дядька не понял, что произошло. Ну-ка. Оу, е, практически. Также стала доступна новая анимация воды. Вода стала... Хотя вот здесь вот как странные такие волны. Посмотрите, очень странные волны. То есть вроде как вода есть, но она очень странно затекает. А новые у нас... Получается, когда мы стреляем в воду, тоже новые анимации. Ну, это не настолько важно, конечно, ты не так часто бываешь на пляже, но все равно для полной картины выглядит неплохо. Даже вот смотришь, когда на пальму, прям вообще по кайфу. Давайте сейчас переместимся, к примеру, за Тревора. О, Тревор вообще пьянец моя. Ой, боже мой, бухаем на крыше. Еще и бухло разбивать, ужас какой. Оу, е. О, как же я очутился на крыше, блин, как башка болит. Ладно. К сожалению, жопу разбил. Ладно. Зато быстро спустились. У нас начинается ночь. Как раз давай сейчас пока за Тревора. Поиграем, значит, новое освещение в игре. Давай сделаем. У нас есть, ну, как бы, ближний свет и дальний свет. Посмотрите, пожалуйста, вперед. Отражение, точнее, не отражение, а тень от гидранта, от столба. Теперь у нас вся эта тень у нас анимирована. И она у нас перемещается. Раньше такого у нас не было. Вот, видите, что происходит? Такая же тема у нас и с объектами, типа, кустов и так далее. Сейчас любой предмет у нас отбрасывает тень. Раньше такого не было. Для полноты вот игрушки, знаешь, это прям, ну, кайф. То есть, смотри, вот ты проезжаешь, у тебя бац, смотри, от куста. Прям целый свет. И это круто. Раньше такого не было. Давай сейчас тоже подъедем. Нет, здесь у нас нету. Это вот мощь 60 кадров. Сейчас у нас стоит также режим, который спит. Скорость. Сейчас давайте куда-нибудь отъедем, где у нас побольше, к примеру, растительности может быть. Я не знаю, где мы здесь растительность найдем. Вообще, город, вот, вот, смотри, тетка роется, к примеру, в мусоре. Она отбрасывает тень, и вот даже ты когда едешь по улице, ты можешь изначально... Дядь, ну ты чё, я ж тут снимаю видео. Да иди ты, я тебе тоже могу факт показать. Сейчас, да. А, нет, не совсем факт, сейчас. Сейчас мне нужно безоружный дом. Вот, я тоже могу факт показывать. Меня кто-то сзади толкает. Эй, опять автобус. Что тебе нужно? Вот тебе. Ты едешь, у тебя полностью все предметы отбрасывают тень, как вот прям как в настоящей жизни. Вообще по кайфу. Блин, тетку жалко, согнали. Вот видите, что происходит. Прям вообще красота, ребят, красота. Вот даже смотри, что это они там лежали, что это вы там делали? Что это такое происходит? Подождите, что такое? Раз. Ладно, ты убегай, убегай. О, машина с подсветкой, смотри. Ты видел спорткар? Ни хрена себе. Я, кстати, никогда у мирных граждан не видел. О! Торетто, это ты, что ли? Доминик, Доминик, стой! Доминик! Ну, блин, нет, это был не Доминик. А если я в автобус, кстати, ударю? Вау, 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 прям все, все испугались. Ладно, давайте еще раз затестим ночное. Так, даже труп у нас, да? Да, смотри. Вот даже здесь у нас труп отбрасывает тень. Очень круто. Так, смотри, заезжаешь в подворотню, все дома бездомных, все, короче, отражается, вот эта вот тень, прям вообще, прям кайф, кайф, кайф. Да-да-да, все так и должно быть. Спасибо большое, что так сделали. Это очень круто. Тень кустика, пожалуйста. Опа. Так, вот просто проедемся, ночной Лос-Сантос. Подворотня.
Видимо, Тревор точно перебрал, короче. Ему нельзя пьяным садиться за руль. Хотя он уже из больнички вышел. И вот это была хорошая авария. Что вы мне хотите сказать? Кто-то побежал. О, сейчас будет выяснение отношений. Че, это ты первый выехал на перекресток? Нет, это ты. На тебе, короче, все, ушлепал его. Смотри, у него тачка какая. Я тачку сейчас побью вот так вот, все. Хлоп-хлоп, все. Ну, посмотрите на эту картинку. Боже мой, блин, как это круто, а. Хотя до этого, конечно, GTA-шка была красива, что можно было делать так. Прям вообще, знаешь, восхищаться, насколько, блин, вообще круто сделали. А сейчас еще лучше. Хотя вот, кстати, дым, но ночью не такой крутой. Дым, он, кстати, тоже, по-моему, должен отбрасывать тень какую-то. Ну, сейчас, по-моему, я смотрел, должен. Нет, вроде не отбрасывает. Хотя он освещается, видишь, неплохо вот освещается. С этой стороны видно. Так, ну, как у нас полицейские сигналочки будут отражаться. Попробуй догони, называется. Ну, от первого лица мне не очень нравится гоняться. Блин, гидран хотел снять. Зато хоть так полетаем. И заодно сейчас заоценим, как у нас с травкой дела обстоят. Так, вот здесь прям остановимся. Давай заценим, смотри. Лос-Сантос во всей красе просто. GTA 5 на PlayStation 5. Не знаю, насколько это видно. Давай, кстати, сейчас попробуем настройки сделать... видео сделаем как раз на четкость изображения. Будет ли разница? Ну, я, по крайней мере, вижу. Уже мыло вот ушло. И у нас осталась такая прям, знаешь, четкая картинка. Конечно, не такая плавная. Ребят, также напишите, пожалуйста, в комментариях, как лучше с скоростью. Ух ты, погоня, смотри, как все красиво, погоню запишем. Бабах, так. Так, полицейский разворот, только я полиции сделал. Так, Доминик Торетто, блин, едет с Полом Уокером. Так, ух ты, вот это было красиво. Так, сейчас. Че, разворот, поворот, так, уезжаем дальше. Так, полицейский вертолет, смотри, кинопогоня. Ух ты. Так, пора отрубаться с этого режима, а то я так не вывезу. Взрывы, смотрите, это вообще просто уже какой-то беспредел творится на дороге. Просто смотрите, вот это последний выживший, все, Тревор, текай, давай, Тревор, уходи. Смотри, как сейчас красиво будет, смотри. Давай. Красиво, давай, взрывайся. Ну. Красотень. Смотри, Тревор еще в это, в... Падение, блин, пошел, офигеть, вообще. Предлагаю насладиться четкостью кустов. Смотрите, я даже через куст могу пройти. Боже мой. Не, ну четкость вообще, конечно, зашкаливает прям. Я могу долго нахваливать, как теперь вот прям, знаешь, все это дело ощущается очень круто. О, смотри, денежку взял. Так, даже тетя еще жива. Так, по ножке. О, все, денежку тоже взял, отлично. Все супер.
Ганг стащил. Ай, ты чего, больно? Ты смотри, куда едешь-то? Смотрите на огонь как теперь у нас. Ну, правда, сейчас быстро пройдет. Анимация огня здесь тоже другая. Когда там из... к примеру... этой... бензо... из канистры, короче. А здесь такие большие стекла с моей вылетают. Вообще прям непривычные. Время загрузки совершенно другое, конечно, при переключении персонажей. То есть раньше достигало, не знаю, может, вообще одной минуты. Теперь время загрузки любого персонажа, я даже не знаю, секунд 8, наверное. То есть прям вообще, типа, быстро. Притом прикольно, что дым у нас, короче, смотри, прям, то есть новая анимация дыма, и дым еще с задними стопорями подсвечивается. Видите, как красным, прям вообще, по красоте, ой, все. Слушай, мне кажется, у Франклина морец резины была какая-то лысая, что ли. Смотри, все, мы, короче, стесали. Че, а, сразу два колеса, все, теперь мы как этот, я не могу даже назад поехать. Мы теперь как метро будем ездить, зато смотри, можно... Опа, вообще. Управление. Дрифт-корч. Хоп-хоп-хоп, смотри, вообще там полицейские развороты можно мутить. Итак, ребятушки, это GTA 5 на PlayStation 5, она реально изменилась. И прям, вообще прям по красоте. Я сейчас играю в сюжетный режим, прохожу ее еще раз, потому что одна из моих любимых игр. Вот, и буду в нее играть. И, возможно, сделаю даже, может быть, пару выпусков про, там, не знаю, как я раньше делал, про дурачение. Обычно в городе. Все, с вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят. Чу.